добрый день. Ой. Как вас зовут? Меня зовут? Да. Алёхина Антонина Ивановна. Антонина Ивановна. Да. Друзья, сегодня мы приехали на поселок Лозовое, да? Да. И мы знаем, что здесь совсем недалеко проходит линия фронта. Да. И очень часто обстрелы происходят здесь. Сегодня благодаря вашей поддержке мы приехали, привезли здесь продукты для женщины. Женщина живет, это получается у вас невестка, да? Да. Невестка. И получается, что кроме невестки больше внук. И внук, больше никого здесь да. и нету. И они все вместе втроем живут и пытаются выжить. Скажите, а вот когда обстрелы были, в ваш дом были попадания? Дом не было, а тут попадали в соседки, провода были у нас порванные. Порванные провода. Инсульта получила я от этих, в больнице лежала. От взрывов, да, инсульт? Да, от этих взрывов. В больнице лежала с инсультом, в 17-й больнице. Вот так люди живут на поселке Лозовое. Спасибо, друзья, вам и низкий вам поклон за все. Спасибо.